лучше. Нихуя не изменилось. Применить. Так я нажал применить. Лол. Устройство. Запись, микрофон, свойства. Улучшение. Ну, все стоит. Так же. Все, я больше ничего трогать не буду, потому что сейчас вообще по пизде все пойдет. Галком, Статик, да мы в PvP, ребят, качаемся. Мы для PvP-шечки. Там БГ, аренку, всякую такую хуйню. В PvE мы не пойдем. В Легионе в PvE пойду играть, а сейчас нет. Сейчас смысла нету идти. Что там насчет турнира? Ребят, турнир будет попозже. Попозже информация вся будет. Мне надо просто найти пару человек, кто мне поможет с его проведением. Потому что это очень тяжко, чтобы была сетка, чтобы там отслеживались игры, чтобы они начинались по таймингу. Две команды я лично засуну. Будет 16 команд, скорее всего. Две команды это от меня будут приглашены. Остальных я не знаю пока, каким путем я это буду делать. Кого приглашать, я тоже не знаю. Может, какой-то платный вход сделать? Хотя, ну, это, по-моему, зашквар, блядь. Что за турнир? Будет турнир, ребят, проводиться. Я буду турнир проводить. При спонсорской поддержке не скажу кого. Но будет. Я думал сделать турнир на 100 тысяч призовых. Либо же сделать... как эта хуйня называется? Розыгрыш. Что-то решили делать твиксиком. Твиксиком, ребят. Будет и турнир, и розыгрыш. Призовые немножко урезали, и на 30 тысяч где-то розыгрыш еще будет. При поддержке Na'Vi турнир нет. Так, почему слишком Дота орала очень громко как-то? Пиздец. Как-то очень громко было. А ну-ка, я, ребята, сейчас слышу. Здравствуйте, ребят. Кто-то разговаривает? Ребята, вы кто-то разговариваете? Все. Заебись, чё у тебя такой фон, парень? Да, мы слышим команду. Далеко от микрофона, неудобно говорить. Ты как в маршрутке в какой-то. Ты водитель, что ли? Нет. Блядь, я не привык к красивой дотке еще, ребят. Когда будет второй монитор, я вообще, наверное, брызгать буду. Смотри, крадется валет. У него писечки остались. Да, сетку, ребят, сделать не проблема. У меня проблема в самой организации. Вот с этим будут вопросы. Так, что у нас тут? Жирный валет? Омник, у меня все в порядке, братан. Мне надо экспу. Спасибо большое, братиш, за вар. Да, хуй ты угадал, Вася. Чё, возьмем его? Вот если бы сейчас не миссик, то я бы его взял бы. Начал бы дайвить. Да ну какой мисс, плиз, Камилуки. Я типа ухожу такой. У него была фласка? Да, у него, по-моему, фласка была. Отпиваешься, хуй тебе. В макаку. Орешек не получил, хорошо. А, курочка, конечно, куда-то поедет курочка. Дефолтная хуйня.
Ладно, он не хочет воевать со мной почему-то. Нихуя, братан. Чтоб не заденаился. Хорошо. А, и ботлишка едет. Хорошо. Конечно, было бы заебись, если б тапочки еще приехали бы. О, дабл ди, дабл да, че он на топе? Может там генчнуть? Хотя без тапок такое себе. Ребят, давайте на приемах в топе. Я к вам ползу. С дабл дэмэджем. Вы прям можете нападать, я их встречу. Нападайте, нападайте, нападайте на них. Нападайте, говорю, да, напали ребята. Заебись, блядь. Эу! Фак! Come on! А чё, алерты не работают? Должны работать. Не знаю. Все должно работать. Ёб твою мать, какой громкий звук покупки вордов, это пизда. Я чуть не фистанул под себя. Ну, это косяк, что я не добил крипа сейчас. Так, инвизиц, хорошо. На черный день, блядь. Кто эту позвучку придумал, это пиздец. Что за конфиг мощный, ребят? Я прайс все-таки на днях вытащу как-нибудь, я постараюсь. Тангусик через дерево кушает. Смотрите на него. Хитрец какой. Подарочный. Пуч мисс, гайз. Так, взять второй щукаль или повершот? Давайте повершот, ладно. Чё, на боте? ВК? ВК в шестом уже? В четвертом. Хорошо, поехали на бот. Давайте на боте ВК убьем. ЦМ, подходи, подходи, мы его ебнем, ЦМ. Только так, подавай вид, что ты не в охуевшую прыгаешь. А есть сентряк? Нету. Можно и БХ через сентри, похуй. Качественно. ЧВК еще по тавару можно уебать. Или хотя бы подпросадить сильно. Дашь ему колбу? Не, не надо, не надо. Уже уходи. Уходи, я вышку потанкую, уходи. Да хуя, что там намутили, блядь. Грязи какой-то. Так, там фуджик, кто на руну пошел? Сэм, уходи, тут пуч идет еще. Можно в кустах, кстати, его наебнуть. Пойдем, пойдем в кусты зайдем, пойдем в кусты. Пойдем, 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 не бойся.
На, он даже не пошел. Окей, пойдем БХ возьмем. Или ВК. Не хвард стоит, блядь. Можно ВК еще. О, господи. Не, я закину сейчас еще, ёб твою мать. Не, нам пиздец. Уходим. Еще и путь сюда бежи, да? Я уже заигрался слишком. Я уезжаю. Блять, я специально ради этого момента стоял и смотрел, кинет или не кинет, блять. Шедевральная ЦМ. Будет ванды? Братан, можешь ванды кинуть, мы его прям под табором уебем. Жирный убежал, да? Я даже за рункой не ходил. Пойдем за руной сходим. О-о-о-о. Нападай, братан, нападай, нападай на него, нападай! На обоих, нападаем! Центрика нету, да? Нету. Давайте тавр возьмем. Там жирное хуло бегает еще. Тавр бейте, помогайте тавр бить. Я один не спушу. О, господи. Тимека, блядь. Качественная работа, ребят. Так, ну тут Аганим надо брать. У них очень много спеллов. А Аганим даст жир и буст ДПСа, заебись. Одна бристалдека будет похуй. Нам надо вижен по карте, ребят. У нас страдает обзор. Гуля, го попушим тавер миди. Бля, но я его не возьму по таврам. Там еще и саленсов. Он без ульты, хватай, хватай его, хватай, братан. Господи, он испугался.
Беги, братишечка, беги, 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 беги! Ну путь вообще опиздошенный. Без хука вот так вот заходи, бежать за какой-то покоцанной ЦМ-кой. Качественно! Так, Андрюха там еще, по-моему, не начал. Он там еще раздупляется. В следующую поедем уже вместе, я его подожду. Как будет готов он, мы с ним поедем по тюшу. Только мне на мейн будет перезайти. Так, на БХ смысла нет идти без Вижона. Пойдемте на топе Т1 возьмем. Надо первый товар отжимать. После мида. Он по-прежнему без ульты. Ой, какой охуительный репел. Ладно. Спасибо. Пусть по-любому дальше пойдет. Где эта сосиска ебаная? Не пошел. Пойдем руну возьмем и на топе тогда. Пойдемте тавр на топе возьмем. Кто-то бот фармите один все время постоянно, потому что там быха фрифарм получает. Пошло смещение, да? Давайте, ребята. Двоих возьму. В легкую. ВР к тебе идут там. Я видел, парень, я видел. Спокойно. Я не паникую. Можно сделать ТП, мы их отпиздим тут всех. Не хотите? Надо помощь. Надо хильчик сейчас надо, и я убью их на развороте. Пойдем. Валет, ёбан. Бежит, сука, поросенок ебаный, блядь. Ча, говорит, попшикаю, блядь. Похуй на чистый ДПС. Здравствуйте, Альберт, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Иисусе и ноги. Так, надо рунки взять. Какая задержка доната? Я не знаю, ребят. Кстати, да, я что-то это... Может, что-то с Бравой, с этим, с плагинами. Сейчас я тест ебану, подождите. Сейчас тестик сделаем. Работает донат, не работает. У меня ульта есть. Тимека! Бля, как же громко эта пизда.
Дайте, ребят, я аганим заберу. Пожалуйста. И в инвизик. Блять, у тебя реакция, конечно, мангуста. Был бы у меня, блять, фокус файера, тебя разъебал бы. Чё за хуйня? Лечу. Я ЦМ-ки ничем не мог. Прости, братан, я не связал, там уже мало чего можно было ловить. На стрик все-таки, я не могу так рисковать. Репел! А, блядь, ты в глобале. Я уехал. Сэмбэ бэкнулся, что ли? Чё за уши? Sennheiser Game Zero, ребят. Как давно стрим? Да мы недолго стримим, только запустили. 40 минут стримчага идет. Надо Омника спасать. Я бегу, братан, бегу, бегу. Я ему сейчас ебало набью. Не, он развернулся, окей. А он убегает? Он кач делает, да? Ебать там людей. Охуеть. Бля, ну их там слишком много. Сейчас бы постучать, нахуй. Легкие и редкие. Так, ТП-шка нам уже не нужна. Я возьму баунти, я возьму, возьму, возьму. Ой, братан, какой косяк. Блин, сорян. Бля, пиздец, закинули, братан. На самом деле шутка, ничего страшного, я на топе возьму. Так, кто? Будут пациенты какие-то на прыжочке? Ну, ВК по-прежнему, да, 11-го нету? Или есть? Не, нету. Ебать, там ульта долгая очень КД. Сейчас уже будет, походу. Чё, будет атака? Глобаль! Есть, да, ульт. Жирная ебала утиная, блядь. Ебаный рот. Давайте тавр просто. ЦМ не поняла вообще, что происходит.
Жадный хуесос, умри, блядь. Че, мне никто помогать не будет? Так там же жирный есть. Ладно, давай отойдем, а то нам сложно будет. Сейчас еще закинем, и стрик будет хуево. СФ полный пиздец. Забейте. Так, донаты. В очереди на выплату, я не пойму, что с браузерами случилось. Альбер, здравствуй. Рад видеть тебя. Спасибо за твой труд, за душевные стримы и отличную атмосферу. Love тебя. Вопрос к чатику. А может это начало нового донат? Хайпа? А? Решать вам. Капу в чат, если за. Ёб твою мать, я чуть не сдох. Тихо. Тихо, дядя. Так. Амахасла! Громко. Пиздец, как громко, ребят. Я не знаю, что это такое. Сейчас что-то придумаем. Там громкость, скорее всего, надо изменить. Я сам охуел, честно. Куда это тело? Блять, он вышел. А, ворвешься к Андрюхе? Да, ребят, я же уже говорил, что есть инфа. Ворвусь. Мы вместе ебашить пойдем. Да что это такое? Да хуел. О, господи. Помогать! Помогать! Это пиздец. Так. Мне надо что-то с войсом сделать. Амахасла, блядь. Он слишком громко орёт. Так, оповещение. Так, вроде сохранил, ну-ка, тестовое. Какого хуя ты так громко орёшь, мразь? Это пизда. Так, мои пожертвования, блядь. Это жесть какая-то. Так, за всё время. Так, Андрей Сучёныш. Альберт, у тебя уже новый компик? Если да, то поздравляю тебя, чат. Чат Капс Мак. Макс Капа, спасибо большое, Сучёныш. Дядя Гена, Альберт, вам PvP пацан не треба. Кому нужно написать для кастинга? Да не, нас пятеро, дружище, так что... Нет, спасибо. Спасибо за поддержку, друг. Так, Элеж, Альберт, здравствуй, рад видеть тебя. Спасибо за твой труд, за душевный стрим и отличную атмосферу. Лав тебя, вопрос к чатику. А может это начало нового донат хайпа? Решать вам, Капу в чат, если за. Спасибо большое, Элеж. Короче, это жесть. Я не знаю, как этого Махасла пофиксить. Она слишком, по-моему, жестко орёт. Годы фитмит, ребят, чего вы встали? Поехали. Бристалбека нету больше. Что за дерьмо? Ты не уходишь. О, господи, бля. Альберт, я не знаю, что тут сказать, поэтому амахасла. Спасибо. Спасибо, я чуть не сдох.
Это жесть какая-то. Я не знаю, я поставил просто минимальные громкости. Рипельчик, 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 рипельчик! На кого он рипельчик дал? Ребят, у вас слишком громко слышно это или нет? Не можете объяснить, или я один гибну нахуй от этого войса? Сайленсер плюс 2 интеллекта. Да, очень громко, да? Сейчас придумаем что-то. Потому что это жесть. Это пиздец. Очень громко. Да, я понял, понял, ребят, понял. Типа сама именно... Хз. Типа синтез речи я все очень тихо сделал, как только мог. Но почему-то она слишком громко орет. Может, типа браузер надо перезапустить этот CLR. Так, а ну-ка. Дай бог тебе здоровья, Альберт. Спасибо, спасибо большое. Так, спасибо. Я два последних доната пропустил, кстати. Визаж и Фалей 016, Альберт. Я не знаю, что это сказать. Махасла, кстати, 250 рублей, ёпнешься. Спасибо большое, дружище. И Визажу тоже большое спасибо. Друг. Дай бог здоровья. Спасибо, ребят. Огромное. Мне надо пофиксить Махасла, потому что мне очень некомфортно. Почему не связала? А чё этот сайленсер выёбывается, я не пойму. Ты серьёзно? Фак! Плиз! Спасибо за стримы, Алик. Спасибо вам, ребят, что смотрите. Я, блядь, не доживу с таким звуком доната до конца стрима. По ходу дела. Фак. Съела молодого. Ее, блять, он койлом попал, фак. А, Исайф умер, да? Попал койлом и умер. Наисец. Ладно, фокус файер в трон. Сейчас будем что-то самохасло решать, я не знаю, что это за бред. Омник, осторожней, хук. Это молодые люди прибегают, сами пизды получают. Жесть какая-то. В микшере убавь. Так в микшере она не отображается. Там отдельно браузер стоит. И почему-то это жесть какая-то. У меня типа хром стоит очень низко. Системные звуки, динамики, это точно не то. Андрюха включил уже, что ли? Говорите, врываться. Секунду.